Доброго дня! Соціально активні і успішні жінки. Я Мирошниченко Наталія, медичний психолог. Разом з лікарями, лікарем репродуктологом Маслі Юлією та лікарем акушером гінекологом Фахрудіновою Тетяною, хочемо вам презентувати інформаційно-просвітницький проект по збереженню фертильності. В сучасному світі все більше жінок задумується про материнство в усвідомленому віці. Досить часто психологічний годинник жінки не співпадає з її біологічним. І сьогодні ми поговоримо про кріоконсервацію яйцекліти. А саме, коли це потрібно проводити і кому це необхідно. Про це розповість Маслі Юлія. Да, действительно, все больше женщин обращается в репродуктивные клиники в возрасте старше 39-40 лет. К сожалению, не только в Украине женщины мало информированы о шансах на достижение беременности в более старшем возрасте. На консультациях бывает очень сложно объяснить женщине, почему такая молодая, красивая, энергичная женщина не может забеременеть. К сожалению, все это связано с тем, что с возрастом у нас ухудшается качество яйцеклеток, репродуктивный прогноз становится значительно ниже, и шансы на достижение беременности становятся также очень низкими. У женщин старше 42 лет шансы на достижение беременности составляют в среднем 5, максимум 7%, и шансы на рождение здорового ребенка также значительно снижаются. И это связано в основном с тем, что увеличиваются риски хромосомных аномалий. Да, я полностью с вами согласна. Действительно, у женщин с возрастом после 39 лет увеличиваются риски хромосомной патологии у плода. Это является одной из причин, когда беременность может прерываться или самостоятельно, или мы ее прерываем по медицинским показаниям в разные сроки беременности. В результате чего беременность у женщины как минимум откладывается еще на полгода и теряется время. В современном мире криоконсервация становится более актуальным для женщин в возрасте до 38 лет, что значительно повышает шансы рождения здоровых деток более в старшем возрасте. Якщо ви не досягли 39 років і не знаєте, коли готові стати мамою, приходьте на зустріч жінок, яка відбудеться 23 грудня о 11 годині в затишному ресторані головного будинку «Лелека».